Suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Cool, right? Want to know where I got it? What? Well, look, go to cs.money. It's a trade platform and a marketplace at the same time. Just choose, click, and get. Good luck, bro. Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт. Рад приветствовать всех любителей красивого Counter-Strike на трансляцию UCC. UCC — это студия, которая организует, а также освещает для вас самые жаркие и приятные турниры по Counter-Strike. И не только, но и мы продолжаем смотреть с вами матчи в рамках CS Money. Азиатский регион на Ехом, на этот раз против Лосквит, которые начинают на карте The Inferno. Ну и тут Ехом уже врываются и пытаются найти своих оппонентов. Находят неплохо. Минус QZ, кстати, обратите на... внимание на никнейм QZ, у него сейчас, конечно, стоит немного... Ну, сейчас LQ, но у него там еще стоял... В общем, неважно. Кто видел на разминке, тот видел. В общем-то, просто игрок в многих коллективах побывал, у него там ник достаточно длинный был. Ну и в итоге бомба будет установлена под точкой А. Сакулап находится в андере, но тайминг ловит не самый лучший. В итоге моментально отлетает, и там уже попытка выйти на ретейк, но... Тейк смотрится весьма уверенно. Все-таки у Ехом есть диффуз-киты. Есть даже две флешки на пистолетном раунде. Вот это интересный момент. Вот первая уже полетела. Сейчас, скорее всего, полетит и вторая. А, возможно, она и не понадобится. Там просто Бинго ворвался. Под одну флешечку забрал двоих своих оппонентов. По итогу оформил трипл-килл для себя. Ну и Ехом забирает свой пистолетный раунд. Ну и, кстати, по коэффициентам от нашего
спонсоров, все. Ну, давайте я вот так, наверное, лучше сделаю, да. Действительно, LQ считаются тут аутсайдерами. Мы видим 4 на них. Ehome 1.21. То есть все, в принципе, уверены в победе Ehome. Но если вы сами хотите делать ставки по таким приятным кэфам, то можете взлетать на сайт GGBet. Там вас ждет куча розыгрышей, куча всякого, всяких интересных конкурсов. В общем, GGBet любит такие различные вещи своим, в общем-то, участников ставок предоставлять, поэтому залетайте. Если вы любите ставки на киберспорт, то вам там 100% понравится. Ну и Ehome, антиэкономический раунд. Закупили пару фармганов, даже тройку фармганов, два кольта. В свою очередь у LQ на данный момент на руках есть 3 дезерт игла, есть по 250, и вот с глока ему хьюзет. Ты посмотри. Ну, дэмэджа, конечно, мало наносит совсем. Это глок в дальней дистанции, там попал вроде 2 патрона, нанес 9 урона, чего, конечно же, не хватает для полноценного надамаживания, так скажем, своего оппонента. Сейчас полетит флешка, я так понимаю, под нее Insane попытается пикнуть, но нет, кстати, передумали кидать. Вот, возможно, сейчас полетит, но она больше для того, чтобы Insane себя комфортно чувствовал. Сейчас флеш полетела, ой-ой-ой-ой, ему урожай собирать, в итоге отлетел, Сакул оформил минус. Там была попытка размены от Дестройера, но понял, что оппонентов слишком много, в итоге отходит за фонтан. Ну и пока что LQ начинают в экономическом раунде набирать обороты. Все-таки фраг нашли, плюс фармга заработали. Можно, кстати говоря, Риклосу отдать этот фармган, потому что у него как раз есть первый армор, и он бы мог, наверное, чуть подольше пожить. Но пока что пить в соло, XF погибает. Попытка также от QZ-а неудачная. Я не знаю, мне кажется, стоило вырываться всем вместе. Тут, конечно, понятно, задумка, она могла где-то там сработать, но, как мы видим, достаточно неудачно все получилось, с учетом того, что энтрифраг нашли, а по итогу отдали сейчас впятером двум фармганам, ну и, по сути, Ehome и первый раунд, прошу прощения, не второй раунд забирают, и, в принципе, весьма неплохо себя будут чувствовать. Но вы в чате не забывайте писать, за кого болеете, за кого топите. Мне было бы очень-очень интересно все это дело почитать. Ну и мою группу можете по команде сказать на знак Кастерс тоже посетить. Буду вам благодарен. QZ с ВП без армора, зато две флешки и респа в мид. Ну, не респа в мид, но фраг, возможно, найдет где-нибудь здесь, если вдруг будет ошибаться игрок защиты. О, XF, какая реакция. Очень хорошая наводка, разобрался с Инсейном, откинул флешечку своим оппонентом в ответ. Марик дал размен вроде как, но там уже Риклас, и я не понимаю, почему не откинули смок на, в общем-то, начало банана в такой ситуации. Ну, раз уж вы убиваете одного, хотите дать размен, откиньте смок, ну, на вход стеровского респама на банан, и все, и убиваете, разменивайте, вас, по крайней мере, с большей вероятностью так не убьют. А так, в итоге, ситуация 3 в 3, в плюс для атаки, и весьма верный вектор для себя LQ сейчас выбирают, они отправляются на лонг, тут, по сути, особо никого нет, сюда идет, конечно, 7-мильными шагами с ловли, и он догадывается, что оппоненты уже могут быть там, но догадываться и точно, знаете, это, конечно, совершенно разные вещи. Оп, зачекал, со спреем справился хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, еще и диджей подставился. Тут, конечно, совсем печаль-беда. Бинг последний ловит своего оппонента. И опять второй раунд подряд, когда у LQ все получается просто великолепно. Но потом они уже с выходом не справляются совсем. 3-0, и Ehome действительно пока что оправдывают звание фаворитов и начинают с доминации. Ну и LQ сейчас будут делать эко. Кстати говоря, уже дуал-билеты появляются, которые не так часто посещают в целом киберспортивный Counter-Strike в последнее время. Кстати говоря, по пикам банам LQ взяли у нас карту The Inferno своим выбором, Ehome пикнули Overpass, и последней картой будет The Mirage. Ну, в принципе, ничего такого удивительного, какому-то вертига мы не увидели. Кстати, вертига, вы заметили, что на азиатской сцене вертига вообще всегда улетает в бан. То есть, если европейские коллективы как-то еще, знаете, отошли от этой моды кидать новую карту в бан, то в азиатском регионе пока что вертига всегда в бане находится абсолютно. То есть, либо там в первой стадии, либо во второй, но очень мало кто ее хочет играть. Да и, в принципе, карта вот апдейтнулась недавно, поэтому тут тоже такая история, что далеко не все его хотят. Далеко не все хотят забирать эту карту своим пиком, а тем более не хотят, чтобы оппонент к ней подготовился вдруг и взял ее своим выбором. Поэтому частенько она отправляется в бан, как отправляются сейчас следующие игроки LQ в следующий раунд. Потому что пока что безыдейный немножечко экономический раунд. То есть вроде как пистолеты есть, армора есть, но соло-пики ни к чему не приведут. Хотя вот коллектив Beyond, например, который играл также на экраунды, сегодня выиграл 2 раунда, несмотря на то, что там вообще задумок не было. Но кто был на трансляции, тот поймет. Там просто залетала стрельба, какие-то вантабы, и раунды они в итоге выигрывали и даже игру переворачивали.
Но это было в предыдущем матче. Сейчас важно, что у нас в данном противостоянии происходит. Ну а тут появляется Авик у атаки. А за КТ сайт пока что АВП мы не увидели. Кстати, основным снайпером является Дестройер, насколько я помню. Но тут опять же у Ехом такое бывает, что они иногда скипаются, свапаются ролями. Поэтому все может быть. Бомбу, кстати, оставили вообще на Т респавне. Это, мне кажется, не самое лучшее расположение для С4. Потому что... Ну хотя нет, видимо, была задумка, что... QZ ее заберет. Кстати, плюс в чат, кто видел QZ, я думаю, его все уже давным-давно видели в азиатской сцене. Он является очень популярным игроком, везде он отыгрывает. Вот этого момента я опять не понимаю. Риклас просто пошел пикать в мидл, без флешки, без всего, просто такой: ну, у нас смок на шарте лежит, пойду убью лонг. Через смок рвается, ему такие: нет, друг, и Дестройер его вообще без шансов расстреливать. Теперь тут выстраивается перекрестный огонь, и Дестройер... Так, одного оппонента нашел, там одна куча разменов для атаки, Дестройер сам в итоге падает, и вроде как в плюс было все для Ехом, но в одну секунду просто потеряли все преимущество. Бинго пытается пикнуть мидл, неудачно, XF его хоронит моментально, и LQ забирает для себя первый девайсный раунд. Но за счет того, что Ехом до этого набирали серию из раундов, за счет того, что... По сути, в двух раундах, нет, в одном раунде никто у них не погибал. Сейчас экономика весьма хороша, могут закупиться и опять перевернуть игру еще сильнее в свою сторону. То есть забрать этот, оставить оппонентов, ну, не ни с чем, но у них экономика опять будет на нуле. То есть там LQ будут закупаться уже калашами с малым количеством раскидки. Но, опять же, этот раунд надо еще потащить, потому что все-таки LQ взяли своим пиком данную мапу. И я думаю, что тут явно есть пара заготовок, но и по стрельбе мы уже видели, что игроки весьма неплохо себя показывают. Ави, кстати говоря, на Дестройере появляется. Наконец-то, я думаю, все мы заждались этого АВП. Вообще, в последнее время замечаю, что когда Авика не появляется на какой-то каком-то матче, ты смотришь, такой, чего-то не хватает, а потом такой, Авик же не купили. Ну и тут, конечно, у Дестройера снайперский девайс появляется. Кстати, интересный выбор позиции для... Ну, на тройке, вернее, но... Я бы сказал, там поинтереснее была позиция на шарте, которая буквально за секунду была с акулой раскручена. Энтрифраг вновь для LQ. И, по сути, на самом деле, сейчас у них все карты на руках, чтобы этот девайс не забрать в свои руки, потому, в свою копилку. Потому что на точке Б, по сути, два опорника. Смог носить, полетел. И тут надо закрыть гробы. Закрывайте гробы, уничтожаете оппонента на тройке, который, ну, не сможет отсюда никуда ротироваться. То есть, ну, вот Дестройер все-таки закрыл Ларка, который пытался пройти и как-то хлопануть тиммейтом. Но, мне кажется, слишком сакло ран начал этот выход, потому что сейчас слишком очевидно, и Хоум становится, что это выход на Б-сайт. Тут будут полностью в готовности игроки на базе А перетягивать спот в сайт, инсейн, будучи в блайнде, находит фраг. XF тут же дает размен. Что? Что? Спиной к тройке, откуда вас только что убили? Я этого не понял, маме. Возможно, как бы LQ подумали, что инсейн сделал фраг, спрыгнул за тройку, но... Не знаю, не знаю. Но, видимо, на это был расчет, либо просто не договорились. То есть там все пошли пикать сити, никто как бы не догадался посмотреть тройку. Все думали, ну, мой тиммейт посмотрит. Такие ситуации надо, конечно, пресекать. Ну и вот за счет того, что Лустрик сохраняется, LQ сейчас, конечно, баятся весьма неплохо. У них есть клаши, у них есть Desert Eagle, даже какая-то раскидка присутствует. И, кстати говоря, диджей вообще оставил деньги в запасе. Немного странный момент, потому что вроде как они играют на победку в этом раунде, но при этом у них изначально бай будет намного хуже. Вот это неплохо. XF флешка очень хорошая залетела от Рикласа, закрыл полностью двух опорников. В итоге смог XF найти один минус, по итогу и плюс М-ка для него. Но опять же, был бы кевлар хотя бы. Я не совсем понимаю, зачем диджей оставил себе 2300 на руках. То есть, ну, хочешь купить АВП, оставь 1000, но 2300 это, по-моему, слишком много. И тут, конечно, проблемы с этим могут возникнуть, потому что Словли-то уже находит размен, там и Дестройер поработал, по итогу все-таки Сакула справляется со Словли, но вот последний опорник, позиция его весьма неплоха для соло приемки, летит молик, но не в ту сторону, полетел, бинго, находит один фраг против XF, вернее, против диджея, выходит на стрельбу без проблем, его закрывает, Сакула последний, отыгрывает в библиотеке, естественно, инфа по нему была, потому что он проходил на лонг, ну и тут шанс на самом деле у него немного, по итогу бинго просто-напросто закрывает абсолютно всех. Позиция, казалось бы, 1 в 3, но позиция сыграла свое дело. Крутая стрельба от Бинга, трипл килл от него, 6 для Ехом и вновь закупка от LQ. Все-таки будут баяться, но опять же, сейчас уж точно закупаются на все деньги и
Нет, теперь Reckless сохраняет. Я не совсем понимаю задумку. То есть, я так понимаю, LQ оставляют деньги потенциально, что, если они проиграют раунд, сделают эко, купят авик. Я так понимаю, на это настрой идет, либо на то, чтобы просто остались деньги какие-то в запасе. Типа, ну мы дигл, дигл ничего страшного, он потом разменяемся один на один. Дигл там подберет девайс тиммейта павшего или с оппонента. Это, конечно, может работать, но не всегда. Хотя вот Reckless находит фраг, и тут на банане какая-то... На самом деле, заливаловку, и хом происходит, еще и XF находит минус, но... Ну, не знаю, какая-то пока что очень неграмотная работа, я бы так назвал, тихом, то есть... Ой-ой-ой-ой-ой, диджей еще через смок нашел фраг, погибает дестройер, а тут проблемки намечаются у ихом по экономике. На банане, конечно, вообще у ихом печаль-беда, то есть по индивидуальной игре, по каким-то мувам, по стрельбе они очень хороши, но вот по занятию банана я вот смотрю и прям удивляюсь, это сейчас момент мне был вообще непонятен, то есть почему... с таким малым количеством гранат пушить банан, причем вдвоем, то есть обычно-то втроем это делают, то есть изначально идут 3Б, кидают много гранат, пытаются занять дугу. Тут была другая ситуация. Ну ладно, какая-никакая закупка у Трихом есть, хотя там прям совсем все грустно. Это шотган, это две чешки, это юмп и авик у дестройера, который, кстати говоря, отправляется в апарт и, возможно, сейчас сагрессирует тут немного. Так, смачок полетел, за этим смоком будет действовать Сакула. Но Сакула не ожидает, похоже, что снайпер оппонента. Да и дестройер тут фрага не найдет, сейчас смог развеяться, он должен... отходить назад, но похоже, что нет. Решили тут именно ихом реализовать свои пистолеты, сократить дистанцию, попробовать поработать тут. Там уже врыв от Реклоса и минус ловли от Сакулы. Но снайпер свою роль все-таки выполнил. Выбил бомбы, дестройер. Вот это минус. Ой, бог ты мой, что? Что? Вы видели этот прострел через апарты? Так ладно, Реклос дает все-таки размен, но бомба потеряна. Дестройер сейчас просто в соло буквально этот раунд выигрывает для своего коллектива. Вы вообще это видели? Этот прострел. И он потом еще одного забрал. Уже трипл килл от него. Так, а снайперскую дуэль сможете выиграть? Ой-ой-ой-ой, зря очень зазумился. Хотя нет, Кьюзет в итоге справился со своим стрельбой. Но Бинг дал размен и 1 в 2 для Реклоса. Бомба потеряна, инфа по бомбе есть. Так, смог полетел от Бинга. Но, судя по всему, они просто хотят отдавать пачку или как. Либо надеются, что Реклос не пойдет сразу за бомбой, а как-то обойдет. Странный немного момент. Ну просто он может ножом стрейфануться, уйти назад, если не ошибаюсь там. Ну да. Оп, и даже ножа не потребовалось. То есть просто взял, ушел. И не совсем была понятная задумка вот Ехом. Теперь есть шансы поставить бомбу. Реклес. Ой-ой-ой-ой. Ну момент был очень хорош, когда он пытался обмануть оппонента. Но Бинго стреляет круто. Но дестройер, ребят, вы сейчас просто обязаны сделать клип. Вы вообще это видели? Вы вообще это видели? Да я, если бы у меня ВХ было включено, я бы такие фраги не дал. Я бы такой прострел не сделал. Тут, конечно... Тут очень все круто было. Айхом в итоге выходит на 7-й раунд. Ну и LQ вновь закупаются. У них, похоже, бай там до конца игры настроен. Но бай это бай. А надо как-то эти деньги реализовывать во взятые раунды. Иначе непонятно, зачем эти доллары тебе, в принципе, нужны. Так, Реклос пропушил банан. Идет дальше. Флешку. Да посмотрите, он в соло двух оппонентов отогнал. Там прострел, конечно. Но по Реклосу он и вообще никак не залетает. Мольки, единственное, чуть-чуть подгорел. Но и это не особо страшно. Очень важный раунд сейчас для LQ, если забирают его, там денег у ихом не будет. Смогут выйти на 4-7, но, судя по всему, Марик просто не даст им этого сделать. Улетает, минус Реклос, попытка от QZ дать размен, но ошибается по стрельбе, по итогу пытается еще под флешку как-то себя реализовать. Ну, QZ, знаете, он такой снайпер с переменным успехом, он бывает очень круто карты отыгрывает, а бывает, что вот какие-то выстрелы у него совсем не заходят, как тут, пока что 2-8 и своих оппонентов перебить не может. Но, кстати, Дестрой тоже промахнулся, ему там флешка взлетела в лицо, в итоге вынужден свапать свою позицию, ну а Марик уже похоже, что готов влетать на капель. Ну что сказать, действительно Марик оправдал свой ник, грубо говоря. Ну и на самом деле смоки обновляются на банане и, пожалуй, тут... Ну, только на точку аротироваться. Я не знаю, как на бэйсайд выходить без флешек с тремя моликами. Пока есть тайминг, была бы возможность зайти на точку А, убить там одного игрока на ребрах, потом сделать фраг на, соответственно, тюрьме и попытаться что-то сделать. Но пока что очень залетает, на самом деле, вот ехом через смоки, прострелы. Ну, увидите, сколько дэмэджа наносится. Там Сакула вообще остался на лоу хитпоинтов. Ну, и вот Марик уже оппонент своего наказал. Кьюзет не справился со снайперской винтовкой, а Марик, между прочим, на трипл килл вышел, уже тащит максимально
карту для своей команды. Ну а тут два клаша, два молика и просто-напросто сейв. Попытаются в следующем раунде закупиться, но я не знаю. Я не знаю. Просто закупка-то есть и, возможно, даже сейчас будет какая-никакая. Может быть, там форсанут, либо 2 каба сделают с двумя девайсами. Но тут уже просто идет в том, что речь о том, что закупка есть, а реализовать ее не получается. Кстати, по коэффициентам вот такие кэфы были. То есть, естественно, ехом считаются тут абсолютными фаворитами. Им этот матч нужен. Им нужен, в принципе, этот турнир. Это, знаете, не тот момент, где там команда попадает на мейджор, и потом у них играет там турик какой-то за 10 тысяч долларов, и все у них печально, да, там, то есть они просто не хотят играть, как, например, произошло сейчас у коллектива Саймон, за что, кстати, заблокировали многие букмекерские конторы ставки на данную команду, потому что просто насливались немного Саймон в СНГ-турнире, который мы, кстати, тоже в UCC освещали, но Марик врывается как-то один, наверное, стоило вместе, хотя Destroyer на размене сыграл, тут все-таки... Ну нет, не хватает командной игре LQ, где-то не хватает стрельбы, и действительно, тут, конечно, себя намного лучше чувствует Ехом, но вот точку А, по крайней мере, отжали, хотя тоже Бинго перестрелять до конца уже не удалось, но, по крайней мере, смог на лонг есть, и будет попытка поставить бомбу. Тут все зависит сейчас от игрока на шарте, это XF, который, ну, по крайней мере, инфу собрал сейчас, откинет флешку, возможно, с ХДшкой как-то дальше поработает, так, АЕ... Ну, у него есть инфа, что красный оппонент, но Бинго под такие хае гранаты не подставляется. Это я вообще не понял, что Риклас решил смог запушить, но, видимо, попытался тайминг какой-то для себя выиграть. Положительно не получилось. Слышит XF абсолютно всех, но там большинство выходит на него, хотя позиция весьма неплохая. Начинает открытие, минус 2, неплохо. Диджей помог ему, XF дальше начинает работать, падает также инсейн, и Destroyer будет погибать. В итоге 2 в 4, великолепный раунд для LQ, все, первый девайс не забирают, и теперь уже небольшие проблемы по экономике начинаются у Yahoo. Ну что, АВП, крокодил, две ямки и фармилка от Ехом. Ну, естественно, тут с бананом уже не буду бороться, потому что гранат очень мало, даже банальной зажигательной нет. Ну, вернее, была, но ее сейчас уже потратили. А так, конечно, большее количество гранат там уходит больше в смоки, естественно, которые попытаются закрыть там ребра, возможно. Вот сейчас бы откинуть на тайминге, чтобы Сакула не пикал ни в коем случае под флешку, было бы замечательно. Но я думаю, Destroyer, наоборот, ждет, когда на него выйдут. И похоже, на самом деле, на десантуру. Но тут Бинго с таким девайсом. Вот это префайра, друг. По итогу убивает просто двоих. И Бин, там еще и Destroyer нашел фраг. Ну и Словри просто доспрейвает остальных. И я не понимаю, что за задумка от LQ. Почему? Ну, у них же есть понимание, что там плохой бай. Плохой бай уже Ехом выигрывали. Что они делали? Поджимали апарты. Сейчас они просто встали, ну, на такие близкие достаточно позиции. Естественно, на дробовик, на фармганы, ну, не надо так вываливаться. То есть ты должен отжать позиционку, отжать банан, потом пойти фейкануть где-то, растянуть защиту. И вообще сейчас могло быть укрепление на точке А. То есть тут как слишком неаккуратно LQ сыграли. По итогу будут там закупаться. Три игрока чуть-чуть денег оставили, в случае чего закупятся и в следующем раунде. Но пока что смотрится Ехом как очень сильный коллектив на этой карте. И не то чтобы у них ошибок нет, просто они сильнее своих оппонентов пока что выглядит. Вот, теперь хороший выход на банан, по идее, но XF на тупом угле слишком хорошо работает, вырубает инсейна, и несмотря на то, что дэмэдж неплохой сделали, ну вот Словли разбирается, теперь шансы есть, и LQ опять забыли бомбу, это тоже на самом деле какие-то тайминги для них теряет. Марик под флешку пикает, но должно быть сейчас понимание у Ехом, хотя вот снайпер забайтил, Марика не чекнули, и только сейчас диджей смог дать размен, но там Destroyer вообще ничего не боится, вы посмотрите, что творит и Destroyer сегодня, 16 на 5. Вот это да. Я говорил, что у Ехом когда-то были, знаете, снайперы там на замене. Ну, не на замене, они просто менялись иногда ролями снайпера. Но сейчас, я не знаю, кто, кроме Destroyer, может отыгрывать так, 16-5. И, ну, вы помните раунд, который он потащил по партах, трипл-килл сделать. Это, конечно, было нечто. Ну, и на банане трипл-килл тоже от него срабатывает вновь. И это десяточка для Ехом. Деньги, опять же, какие-то есть, каких-то нет. Я не знаю, тут уже речь не о деньгах и LQ. Я просто жду, на самом деле, второй половины, чтобы там посмотреть, будет ли там уже что-то интересное от коллектива. Если нет, то, наверное, GG, просто 2-0. Все это дело может заканчиваться. Но, опять же, спешить не будем. Возможно, LQ где-то там включится и покажет хорошую игру. Но для вас хорошие новости, потому что CSGO Money предоставляет для вас 30% бонус на первый депозит, 25% на остальные
остальные депозиты, ну, которые у вас будут после первого, ну, а также 25% дисконт на покупку скинов. Это тоже очень крутое решение, и поэтому залетайте, если хотите обзавестись крутыми скинами, так еще и по скидочке. Сакула последний, 1-3 ситуации. Тут опять же дефолтный враг на банане, который на этот раз достаточно легко ехом законтрили. Последний игрок атаки бежит. И, судя по всему, не добежит уже до своей бомбы. Тут Дестройер вновь, кстати говоря, трипл килл зарабатывает. Инсейн там дабл сделал. Ну и по итогу 11-3. И ехом выходит, скорее всего, на 12 раунд. Потому что ЛКЮ в атаке прям, ну прям совсем ничего не идет. То есть были какие-то раунды, вот... с переменным успехом, который забирали игроки атаки, но все равно какого-то прям полноценного рисунка их тесайты я не увидел. То есть просто выбегают какие-то дефолтные раунды, где-то много ошибок, где-то пики. А по итогу, конечно, тут ехом пока что доминирует на все 100%. Дестройер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, опасно было. На самом деле там тиммейт очень странно стоял. То есть... по идее, тебя тиммейт должен шарта страховать, смотреть поджимы в мидл, но они как-то в ряд просто встали. И в итоге там никак игрок по номерам 9 не смог Дестройеру помочь. Ну и теперь уже трипл килл в этом раунде он, по крайней мере, не сделает. Но еще тиммейты есть, поэтому ехом уже выбирались из меньшинства, принимали 1-3 и так далее. Поэтому тут как бы все равно шансы у них есть, особенно после фрага от Словли, если он был. Но так не летальный дэмэдж, но все равно на коцле Сакулу Марику, возможно, чуть попроще будет с этим делом всем справляться. Ну и диджей пытается открыться неплохо, минус бинго, но ждет ли лонг? Не увидел никого сейчас, возможно, даст инфу тиммейтам, что никого близко нет. А тут уже Словли, ой, не самый удачный тайминг, но по стрельбе залетело лишь по одному. И сейв для ехом должен быть, там денег не так, чтобы много для того, чтобы разбазаривать их вот на такие вот ретейки. О чем я говорю, какой сейв? Комментатор, живи в чат, пожалуйста. Счет 3-11, сейв, конечно, сейв. Сейв чего? Статистики, хочется спросить у комментатора. Ну ладно, Инсейн погибает, последний Марик открывается с арки, его тоже будут тут забирать. 4-11, все-таки LQ какой-то минимум, наверное, забрали, но ехом, я думаю, если возьмут пистолетку, то там все пойдет крайне-крайне печально. Тут вопрос опять же к ним, но в чатике поддержите свой любимый коллектив, давайте за LQ, наверное, щиты, потому что они являются аутсайдерами, да и сейчас проигрывают достаточно много раундов. Но если болеете за ехом, то можете всегда кап в чат оставлять. Но если за комментатора сердечко, я опять же, можете подписаться на мой паблик ВКонтакте по команде «Восклицательный знак Кастерс». Ну что, друзья, стартует у нас вторая пистолетка. Первую, я напоминаю, забрали ехом в свою копилку, после чего набрали достаточно большую серию раундов. Посмотрим, возможно, LQ сейчас покажет нам что-то подобное. Два игрока в роли саппортов. Это Сакула с диффуз-китами и флешками. Ну и, конечно, QZ на раскидке банана. ХАЕ, флеш-смок. Но единственное, что ХАЕ не залетит. Но он очень правильно сделал. Не стал ее сразу кидать, чтобы... просто так не расходовать данную гранату. Ну а тут поджим апартов, который увенчался, в принципе, успехом. Врыв от Insane, он там Сакула на подстраховке. Да и, в принципе, XF тоже чувствует себя комфортно. Но вот попытка выбить банан выглядит достаточно хорошо, потому что Риклас пострадал очень серьезно по хитпоинтам. Фраг он не сделал. Соответственно, если выходить на него, можно буквально одной пулей с глока его закрыть и потом уже расправиться с его тиммейтом. Ну, LQ вдвоем на точке А, они понимают, что тут позиции у них весьма неплохие. Сакула, ну, они, в принципе, играют на дачу больше точки А.
И XF тут может, конечно, шорт в случае чего принять, но на ретейк они не будут явно бояться выходить, потому что есть дефуз киты, есть даже какие-то гранаты, ну и ехом нашумели на банане, стянули сюда игроков, а сами направляются назад и через мидл будут действовать уже под точку А. Тут находится пока что один XF, к нему уже бежит Сакула, то есть, по сути, будет выход втроем на двоих. Единственное, я не совсем понимаю, что тут Destroyer будет делать, но, по всей видимости, будет до конца байтить на себя внимание, но добавился, на самом деле, погиб моментально. Тут же размен под точкой А, но вот Сакула в такой позиции, я не думаю, что на таком тайминге его, в принципе, чекнут, видит одного, ой-ой-ой-ой-ой, а тут ошибочка, в итоге Insane его закрывает, QZ выходит уже на ретейк, но надо тиммейта подождать, ведь сейчас погибнет один, и будет совсем все грустно для болельщиков коллектива. LQ, но вот уже Рикласс стянулся, можно пытаться дать какой-то размен, но Insane просто божит в этих песках, вы посмотрите, да он эйс сейчас делает, он сейчас делает эйс, он говорит, Марик, отойди в сайт, я сам с ними справлюсь. Все равно, что у меня хп нет, все равно, что я с глока. Сейчас раздам по этим юспам, но нет, Марик все-таки застилил немножечко. Но в любом случае, красивый квадрокилл от Инсейна. 12-4, и на самом деле Ехом пока что настолько серьезно смотрится, что даже в меньшинстве они чувствуют себя очень комфортно. То есть ситуация там 2 в 4, по сути, в один момент была, и они все равно затащили. Сейчас экономический от LQ. Сакула закупил себе... Получается, Зевс будет, наверное, на дефолте стоять, либо где-то в апсах. Присутствует от Рикласа Desert Eagle. Ну и у диджея есть P250. То есть, ну, в принципе, какие-то пистолеты имеются. А там, кстати, 5 фармганов от Ехом. Вот это да. Ну, на самом деле, достаточно читаемо, что в следующем раунде они, скорее всего, будут либо пушить Б, либо апарты. Потому что, ну, медленный раунд разыгрывать с фармганами против эмок, это может не сработать. Но это уже в следующем. Сейчас у них главная задача нафармить себе как много, можно больше экономики. И пока что этим успешно занимаются. Только вот диджей Дестройера все-таки отстрелил. Плюс Марик красный. Ой-ой-ой, инсейн. Минус деньги, минус тиммейт. Тут, конечно, словно на размене, но... Задумка была нафармить денег, а по итогу денег для себя LQ сейчас, по-моему, нафармили. Даблкил заработали, последний QZ. Ну, шансов потащить немного, но вот Insane бы забрать было бы замечательно. Insane вообще с бомбой и мог бы пострадать. Но там тиммейт на подстраховке будет, поэтому он не боится. Но Словли медлит, на самом деле, сейчас может QZ наказать. Читает все это дело игрок защиты, но не справляется, потому что Словли уж слишком хорошая позиция. У него Юмс, которым, кстати говоря, трипл килл сделал, хоть сейчас может дропнуть Авик своему тиммейту, но просто, скорее всего, калаш закупит себе, либо калаш дропнет кому-либо, и мы увидим полноценный бай от обоих команд, обоих коллективов. Но другое дело, что сейчас LQ, если этот раунд проигрывает, то там пиши пропало, это выход на 4-15, и Хом там уже на пике оппонента точно своих визави не отпустят, а там уже... карты Довер Пас, которые они сами себя выбрали, и там, конечно, будет достаточно сложновато. Так, флешки летят, XF вместе с тиммейтом вынуждены отойти назад, но тут, опять же, фармганы, которые надо реализовывать, про это я говорил, что будут какие-то фаст-врывы, не обязательно прямо на сайт, но по банану работа проведена. Хорошая бинга также контролит поджимы с... апартов, ждет тоже, чтобы кто-то подошел, там, возможно, ошибку совершил, но пока что LQ таком достаточно дефолтном, пассивном дефенсе, я бы сказал, то есть у них тут какой-то агрессии вообще отнюдь нет, единственное, вот как-то диджей пытается прострелить смоки, но дэмэдж он там явно не найдет. Гранат достаточно много у Ехом, в отличие от их оппонентов. Тут есть три смока, есть флешка, есть молики для того, чтобы полноценно весьма раскинуть точку А, зайти, то есть занять вначале плацдарм для атаки в виде ребер, потом откинуть два смока условно там на лонг, на малые пески, и без проблем все это дело разорвать. Ну тут десантура, и на самом деле Рикласс закрывает одного. Если по спрею зайдет, может еще кого-то убить. Но там Марик вместе с Дестройером уже разбираются. Выход с ковров весьма удачно получился. Словли ликвидировал Рикласса по итогу. Бомба устанавливается. Ну и тут на ретейк смысла выходить вообще никакого нет. Таким образом, LQ рискует потерять а все деньги. И диффуз китов нет. Ну, если идут, то это скорее всего лут со следующего раунда, понятное дело. Но... И, кстати, все-таки тиммейт своего подстраховал. Посмотрим, Словли за главным ящиком пока что мансит. Но позиционка, конечно, у Инсейна просто великолепная. Он может и лонг принимать, и шорт. Но тут скорее пойдут все именно с длины. Инсейн на размене сыграл и нет. Все-таки, слушайте, XF потащил. То есть ситуация выглядела печально, но там игрок на ланге не справился со стрельбой. В итоге все-таки LQ забирают для себя пятый раунд. Но за счет того, что бомбу поставили, я думаю, их он там...
Какие-то накопления будет, но сейчас посмотрим. 4300, ну, кстати, можно фармганы закупить, какие-то два калаша, но все равно бай не будет выглядеть так круто. Ну, а вам я хочу напомнить, что сейчас лето, вы наверняка все думали насчет образования, и именно по команде «Восклицательный знак диплом» вы можете посетить сайт вуза, в котором обучают людей в сфере киберспорта, в игровой сфере. Можете стать от комментатора, аналитика до продюсера, студии, менеджера команд, то есть куча различных направлений, возможность дистанционного обучения, ну и все это по команде «Восклицательный знак диплом», вся информация. Информация присутствует там, но у Ехом присутствует Форсбай, с которым они просто бегут. Риклс пытался в соло пикнуть, непонятно зачем, моментально отлетает и... Ну, не знаю. Пока что вот все раунды LQ выглядят как либо хорошая игра от Ехом, либо плохая от LQ. То есть пока что чего-то прям мега хорошего от игроков защиты я не видел. Кстати говоря, Сакула забрал визави, но побоялся за калашом отойти. Ну и пользуясь этим, Ехом отходит, занимает ребра, понимает, что там Макс 7 им никакой не помешает пройти на мид, засмочить все это дело, забрать Кьюзета. Ну, естественно, пока Сакула инфа должна быть. Там байтит этот игрок на шарте для того, чтобы обошли Сакула в спину, но дистанция близкая, однако не ваншот по словле. Три очень красных игрока атаки, но это уже без разницы, потому что погибает диджей, последний XF находится возле апартов, и ему надо просто-напросто уходить на сейв. 14 от Ехом, денег у LQ не будет на следующий раунд, и тут на самом деле попахивает все-таки первой картой для Ехом, как минимум. Я, кстати, на счет коэффициентов хочу вам напомнить, что КФ от нашего спонсора DGBet были примерно такие, то есть там три... А, нет, подождите, одну секунду. Насколько я помню, это я вам сейчас на вторую карту уже показал. Так, а на первую было все чуть по-другому, насколько я помню. Нет, нет, все было предельно так же. 3.8, 1.35 Ехом. Ну, то есть верят больше чуть в этот коллектив. Единственное, кэф чуть-чуть изменились, я так понимаю. Я так понимаю, изначально 4 вообще на LQ было, но, видимо, под конец, перед началом матча, кэф чуть-чуть на них... поднялись в цене, так скажем, но, тем не менее, пока что игру они показать достойно против Ехом не могут, то есть какие-то там раунды промежуточные берут, но этими промежутками целостный матч никак вы не закроете, надо пытаться сейчас доминировать, что-либо делать и выходить как-то вперед, иначе оппоненты уж слишком. Ну, они и так далеко зашли, то есть Ехом, по сути, берут этот раунд, там денег не будет у LQ, и можно спокойно-напросто забирать все остальное. Опять же, закупка мне не до конца понятна, то есть все форсят, но XF и QZ оставляют деньги. То есть вы рассчитываете закупиться в случае проигрыша еще в следующем двумя девайсами? Ну, то есть это выглядит так себе, и вот за атаку я много таких моментов видел, мне до конца это непонятно, это, честно говоря, выглядит как просто дискоммуникейт конкретно по обсуждению экономики. Ну вот диджей, кстати, фраг с дигла находит, и Сакула, возможно, подловит. Бинго? Нет, бинго. Слишком хорошая реакция. Навелся на голову, убил своего визави. Риклс пытается дать размен, но тут близкая позиция от словли. Опять же, вантап. QZ последний игрок на базе А, но у него юсп на руках. Но вот XF подловил одного. QZ просто пытается дестройера хотя бы перестрелять. Вернее, словли не получается. Даблкил для словли. Дестройер, как раз о котором мы говорили, фармит XF. Последний диджей дает размен. Вроде и бомба выбивает. 13 хп, подбирает темку. Диффуз киты. На руках, казалось бы, весь арсенал. А как потащить, непонятно. В итоге достаточно такая смешная смерть от Бинга. Прострел через смок. Ну и 5-15, целых 10 раундов. Надо LQ отыграть для того, чтобы перейти на допы, но на самом деле мы с вами понимаем, что тут шансов вовсе не остается. Я вижу пик, многие в чат команду прописывают. Для тех, кто, возможно, в чат не смотрит, это пик коллектива LQ. Следующая карта пик Ехом, это Overpass. И третья карта, если понадобится, эта карта. Это мапа The Mirage, поэтому вот какая-то такая расстановочка. И что произошло? Похоже на лаг GoTV. Так, подождите одну секунду, я уточню информацию. Да, я уточнил информацию от админов. Завис немного, друзья, сервер. Тогда я вас, наверное, переключу на небольшую музыкальную паузу, после которой мы вернемся и досмотрим это противостояние, потому что сервак завис, и сейчас, по идее, его ребутнут, и мы с вами вернемся. Поэтому далеко не расходитесь, пока что можете быстренько за вкусняшками сбегать, и мы с вами продолжим. Streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.
no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
Так, все, друзья, я с вами. Сейчас уточнил информацию уже до конца. Все-таки это упал не сервер, упала GoTV. 16-6 закончилась карта, то есть коллектив E-Home закрыл своих оппонентов со счетом 16-6 на 5 оппонентов. Следующая карта у нас будет, получается, Overpass, пик коллектива уже E-Home, где они, по идее, должны 2-0 закрывать, но посмотрим, опять же, все может быть, вдруг LQ там как-то включится, как-то сработают, а пока что небольшая рекламно-музыкальная пауза, после которой мы с вами уже вернемся на вторую карту данного противостояния. Cool, right? Want to know where I got it? Uh-huh. Well, look, go to cs.money. It's a trade platform and a marketplace at the same time. Just choose, click, and get. Good luck, bro. Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт.